Вот я вам честно скажу, буду скучать по турецкому All-Inclusive, потому что нет ничего лучше турецкого гостеприимства, вот этого гостиничного, где есть теплое море, Средиземное, где есть шикарные столы, которых ломятся. Ну, я, по крайней мере, в таких отелях бываю. Но я вас уверяю, я был во многих странах, сейчас будет развиваться направление Вьетнам, я был в Дананге. Ни одного русского не видел. Почему люди не ездят туда? Там прекрасные вот, огромные песчаные пляжи, многокилометровые косы, дыхание океана. Это другие ощущения, непередаваемые. И я хотел бы обратить внимание тех людей, которые смотрят и слушают меня. Обратите именно внимание на долгий перелет. Ничего страшного. Запаситесь немножко терпением, возьмите бизнес-класс, где вы можете поспать в дороге, и даже долгий перелет не будет вам тягость. А там вы отдохнете как следует, поедите морепродуктов, позагорайте на берегу океана, понежите свое тело в лучах теплого солнца. А потом там совсем другая культура, и это не просто культура, цивилизация другая. Это Юго-Восточная Азия, это Индия с индуизмом своим, с мягким и очень таким, очень неспешным. И это то же самое буддийские страны, Вьетнам, Таиланд, ну и другие. Пожалуйста, приглашаю отдохнуть русских туристов там. Кто еще не был, а кто был, тот меня поймет и знает, о чем я говорю.